Приветствую вас, дорогие друзья, вновь в эфире трансляция апостольско-пророческого центра. И на сегодняшний день короткое слово, над которым мы будем рассуждать, из Малахии 2 главы, стих 10. Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших? В этом стихе одни вопросы. Не один ли у всех нас Бог? Отец. Да, аминь, один. Один, конечно, один. Не один ли Бог сотворил нас? Да, единый Бог сотворил нас всех. Это Его желание. Иметь семью. И еще один вопрос. Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших? Вероломное отношение друг против друга. Детей против родителей. Родителей против детей. Мужей против жен. Жен против мужей. Вероломное отношение между родственниками. Конфликты в церкви. Об этом речь. Давайте подумаем, почему мы порой поступаем вероломно. И как убрать эту вероломность из наших взаимоотношений. Давайте помолимся. Дорогой Господь, поблагодарим Тебя за Слово Твое, которое живо и действенно. И молитва наша сегодня, утверди в наших сердцах это откровение о том, что мы равны перед Тобой, что один у нас Отец, и один Бог сотворил нас. Поэтому трепетное отношение друг к другу, уважительное отношение друг к другу, единство в теле Христа, отсутствие конфликтов, мирное разрешение всех возникших недоразумений, недопониманий, терпение и долготерпение по отношению друг к другу. Это то, к чему ты нас призываешь. И даруй нам сил иметь эту мудрость от Тебя, не поступать вероломно, сдерживать себя тогда, когда грех стоит на двери. Так Ты сказал Каину, а Ты владычествуй над ним. Мы связываем всякую вероломность по отношению друг к другу. И устанавливаем культуру царства в наших взаимоотношениях. Слава тебе, Господь. Аминь.